И вот она, нарядная. В Приднестровье елки зажгли в каждом городе и районе, а где-то сразу две. Но обо всем по порядку. Тирасполь, площадь Суворова, главная елка страны, пока в потемках. Но после волшебных слов, конечно, засияла. Их кричала вся площадь. Тон задавали Дедушка Мороз и Снегурочка. Раз, два, три, елочка, гори! Ну а потом настоящая дискотека с хороводами. Главный сюрприз – флешмоб от сказочных героев. У каждого на этом празднике он свой. Я увидела фиксиков и поняшек. А я елочек. Я просто хожу и дарю детям подарки, вкусняшки и просто делаю счастливым. А это уже бендеры. Здесь вместе с главной городской елкой зажглись и трехметровые подарки. Кажется, посмотреть на это весь город приехал. Танцевали, пели, фотографировались. Развернуться есть где, фотолокаций много. И все необычные, как и конкурсы. Вот, например, новогодний квест. На площади по карте нужно найти 12 кошек. Мы бегаем, мы ищем котов. Интересно, весело? Да, очень. Вокруг елки в Слободзе целый триллер. Вместо саней машина ГАИ, а Дед Мороз и Снегурочка – нарушители. Спешили на праздник к детям и превысили скорость. Отделались предупреждением. Так по сценарию. На елку приехали вовремя. Будете еще скорость превышать? Скорость? Обещаю, больше превышать не буду. Отбрали права. Отдали. Уговорили сказочные герои. Настроение у Деда Мороза и Снегурочки, а также всех сказочных героев отличное. Поэтому мы хотим своим настроением поделиться с нашими ребятами. К слову, елок в Слободзе и две. На русской части елку открыли без приключений. Живая елочка на площади в Рыбнице. Такую уже редко где встретишь. На набережной искусственная. Открывали обе. Нелегко Деду Морозу одному везде успеть. Взял помощников. Танцевали с детьми, водили хороводы, играли. К Снегурочке за селфи даже очередь выстроилась. Я, например, ходила, фотографировалась, брала интервью у Деда Мороза, у Бабы Яги, у всех сказочных персонажей. Я даже по секрету скажу. А у них спрашивала, легко ли быть Дедом Морозом. Неа. Зажгли елку и в Дубосарах. Баба-Яга, как обычно, была против, но все же помешать не смогла, даже при помощи Кощея. Елка в Дубосарах необычная, с куполом из золотых гирлянд. Отлично! Супер! Супер! Город не тающих снежинок и танцующих елок. Днестровск. Елочка и тут уже горит. Под ней целый список подарков для Деда Мороза. Я хочу целую коробку резиновых монстров, и они будут менять цвет, другие светиться в темноте. 15-метровая живая с сотней шаров и километрами гирлянд. Эта елка – самая северная красавица республики. Растет в Каменке уже полвека, она вне конкуренции. А вот на место Деда Мороза здесь явно кто-то метит. Я сам, когда вырасту, хочу стать Дедом Морозом. Новый год – это очень веселый праздник. Елочка, гори! Новогодний марафон и в Григориополе. Креатива приднестровцам не занимать. Чего только не придумают для новогоднего настроения.